приходится ходить. Что навалило тут лесу. Ноги все переломаешь, пока здесь будешь идти. Ну что, результаты первого дня. Прошли 10 километров, ушли в 8 утра, пришли в час дня. Собаки один раз облаяли лося, но подойти мы не смогли. Лось не стоял на месте, постоянно передвигался. Они шли за ним, лаяли, пока он вообще не пошел на махах. Ну, вот. Ну тоже неплохо. Хруст первый раз. Полаял лося. Сейчас что-то пришли, видать, лапы что ли сбили. Лапу правую поджимает, на трех лапах ходит. Посмотрел, вроде ничего такого нету. Ну, может быть, это наступил на какую-нибудь веточку, проколол. Ну вот сейчас готовим обед, покушаем, отдохнем. Я думаю, чуть-чуть попозже сходим тут на омут, побросаем спиннинги, может быть, щучку половим. Сидим с Денисом, смотрим фильм про Сашу Зубова. Там как раз юконовские родственники работают по телевизору. Оя там еще живая была, вон Саша там Зубов. Юкон слышит, там собаки лают, и он башкой крутит. Не может понять, где же они лают-то? Он сегодня в привилегированном положении, запустили его в избушку, так как самого опытного, самого больше всех бегает у нас, больше всех работает. Завтра решили молодняк оставить дома, взять его только одного, чтобы они не мешали ему. Все, Юкон, без тебя там они работают, да? Без тебя работают. Что там случилось? Шею не сломали. Ничего не может понять, где собаки? Второй день охоты. Пошли с Денисом вглубь материка. Ни одного следа не встретили. Уже прошли около 7 километров. Вообще ни одного следа не пересекли. Вот на тропу вышли, звериную. Хорошо протоптана тропа. Сейчас возвращаемся потихонечку домой. Приезжали пацаны, помогли нам подготовить уклад под баню. Собираются домой ехать. Поехали. Куда поехали? Стой! Ноги. Ну, жестко на ней ездит. Уехали. Сегодня 17 октября, 8 утра.
Мы опять загрузили с Денисом. Полный шерп забили. Сейчас поедем в другую избу, ехать на больше 20 километров. Поедем вниз по речке. Речка еще не замерзла. Здесь мы походили. Лося здесь нету в этих местах. Надо отсюда уезжать, в других местах смотреть. У нас в этом году 2 лицензии на лося и 8 на медведя. Вот. Но с медведем не знаю, как получится уже. Наверное, возле берлог лежит. Поедем сейчас дальше. Шерп под завязку опять забили. Потихоньку поедем. Попёрши, да? Ой, попёрши, господи, а да там?
десятки лосей. Отпустил Юкона, Юкон убежал. Он уже почти 700 метров ушел. Где-то здесь рядышком, метрах 200 полаял и перестал. Он все уходит и уходит, ищет где-то их там. А мы стоим, пока слушаем. Погода сегодня отличная. Снежок, небольшой ветер. Вот пришли проверить прошлогоднюю берлогу. Ну, пустая она. Юкона мы нашли. Вернулся он. Блуданул маленько. Пойдем еще маленько прогуляемся. Приехали в Азриково. Время, Денис, часа три, да, уже? Один? А? Три часа где-то, да? Полчетвертого. Топим баньку, сегодня устроим банный день. Тут уж почти неделю не мылись. Топили избушку. Разгружаем шерпа. Сегодня походили, ну, не знаю. Что-то все как-то не везет нам.